Так, друзья, 28 октября 2023 год. Находимся на той же самой улице Казачья, город Аксай. Сегодня у нас снова спецмероприятие «Нетрезвый водитель». Вот инспектора. Сейчас будем выявлять. С нее выпускали. Товарищ инспектор, выявляете нетрезвых водителей? Визуально, да? Визуально, при помощи каких-то специфических поведений человека. Испуганность, растерянность, поведение зрачка, покраснение, кожных покровов. В принципе, нетрезвого водителя легко обнаружить. Причем на близком расстоянии. Запах алкоголя, да? Естественно. Это уже... Основное.
Так, грузовой транспорт. Остановка грузового транспорта. Пойдемте по базе, посмотрим, шрапов нет ни одного. Борис Ильич, шрапов нет, не оплачено. Так, сейчас по базе проверят водителя на штрафы. Пожалуйста. А машина? Thank you.
Спроси машину. Машину попроси. Нажми машину. Понимаю, у нас мероприятие, не ближе водителя. Нам нужно удостовериться, что ваш водитель абсолютно Вера, где база? У меня базы нету, сейчас Максим. Проверить уже на составе материала. Пожалуйста,
все трезвые. Не знаю, я у вас спрашиваю. Дорожный дождь. Вот это херст, который дырку снимает, асфальт. Это датчик. Нет, это не было, асфальт датчик. Сейчас инспектор пробьет по базе штрафов. Окей, старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции, является проверка документов. Держите. Я хотел сегодня
Ну ничего нет, Проверь только, припаркнись. А без документов можно? Там предусмотрена административная ответственность, но по малозначительности можно человека поругать. Думаю, сейчас доскочу быстро до магазина. У вас нет? На государственных нет? Есть. А, документов. Нет, все, я могу не попасть, Есть, да, на госуслугах? На госуслугах есть, да?
Так, один экипаж уезжает на заявку. И остается два экипажа. Видите, друзья, поворотники включают. Все по правилам. Вот что произойдет. Присядь, пожалуйста, на этот антифриз, да. Это проверка на вес. Ясно. Сейчас я проверю, подождите, пожалуйста. Что еще сколько? Не знаю, думаю, работает. Хотя бы одного пьяного, да? Что, номера будете снимать? Да, он в розыске номера. А вы проверили по базе, да, номера в розыске, да? Да. А автомобиль? Автомобиль нет. Thank you.
А что у вас с номерами? А? С номерами что? В розыске? Снимаешь, да? Да. Любишь, да, снимать? Получается сегодня? Получается. Будет хорошо. На Ютубе буду? Да? На Ютубе буду. Конечно. Не раз побывал. Где? На Ютубе? Конечно. Можешь зайти посмотреть. На каких каналах? А? На каких каналах? На профбоях. А? Просто я. А, не знаю таких. Есть фонарь? Нет. Нашел у тебя? А инспекторов попроси. А у них откуда будет? Думаешь, не будет? Конечно. Сейчас найду. Сейчас дам. Все? Не надо, все. Я говорю, а то с бампером придется номера давать. Говорю, у инспекторов попроси. Она, да, у них нету. И как нету? Я набор ключей забыл. Да. Они всегда водителям помощь оказывают. Конечно, не стоит. А ну, билеты. Что грозит водителю за номера? Ну, я ж не проверял его документы. Изъятие водительского, изъятие госрегистрационных номеров, правильно? Да. Ну и своевременная регистрация. Штраф за регистрацию. Какой штраф? 500 до 800. Повторность. Изъятие номеров, да? Повторность данной статьи в течение года от 5000. 5000 рублей либо лишение водительского лица. Thank you.
после мероприятия не трезвый водитель. Ничего не употреблял. Водитель стал. Который семейца страховал. Подождите, пожалуйста. Штрафы своевременно оплачивают. Да, приходит. На госуслуги. Василий. Пристегивайтесь. Культурная, да, девушка? Сейчас мы тебя проверим.
так на водителя выписали штраф. Номера изъяли. Тоже, да, поехали? Да. Ну все, давайте, спасибо. Ты это, вещи да. Так, ну вот, друзья, подошел к концу мероприятия.